Никита признается, было очень волнительно, ведь первый официальный документ он получил в сотнях километров от дома. Торжественный момент с юношей разделили самые близкие люди. Как-то стеснение, что приехали в чужой город и так быстро паспорт сделали, это хорошие эмоции, положительные. Слава Богу, мы приехали, нас тут приняли замечательно. Очень хочется домой, конечно, вернуться, но дай Бог, чтобы там все наладилось. А пока большая семья устроилась в одном из пунктов временного размещения. О том, что им пришлось пережить за эти долгие 8 лет, рассказали курским полицейским. Мы, как сын рассказывал, мы шли от бабушек с одного района в другой, до дома возвращались. И мы слышали залп града. И перед нами буквально в нескольких метрах начали ложиться, стрелять, то есть разрушаться дома. Взлетел на воздух сарай, вот так вот поднялся и упал просто. Мы замерли, мы не знали, что делать.